Здравствуйте, дорогие мои зрители! Вы посмотрите, какая сегодня солнечная погода! Солнце так радует, так радует! И сегодняшний день навел меня на мысль, что надо показать вам, что... Раз, два, три, кто угадал? Наряд дня, который я очень давно не показывала. Как-то отошла я от этой темы, так что давайте возвращаться. Буду показывать вам сегодня наряд дня. Наряд дня будет совершенно простой. Почему простой? Потому что, наверное, тема, как быть вроде бы, ну, скажем так, прилично одеты, да, но это чтобы был повседневный наряд дня. Но и тем не менее, чтобы это было как-то красиво. Ну, не просто джинсы, не просто там какая-то спортивная одежда. Ну, не просто так, да? А чтоб какая-то была изюминка. Так вот, не знаю, как у меня это сегодня получится, но я постараюсь. Ну, по крайней мере, для меня есть изюминка. Я не знаю, как будет для вас. Найдете ли вы здесь какую-то изюминку или нет, но я нашла. Знаете в чем? Давайте вам буду показывать. Смотрите, изюминка в том, что это комплект. Жилетка на голову. Смотрите, как это шикарно, красиво смотрится. Красный цвет, который я как-то полюбила в последнее время. С таким сочетанием. Смотрите, брюки. Это спортивные, это Tommy Hilfiger. Шапка красная. Это можно менять. Сейчас я одену, примерю, мы посмотрим. И обувь. Обувь тоже, я думаю, какую, но по ходу дела я соображу. Смотрите, как красиво смотрится этот комплект. Это и есть вот именно та изюминка, о которой я вам рассказывала. Жилетку можно выворачивать и туда, и сюда. Очень удобная вещь, то, что мне нравится. Смотрите, и карманы, и так можно одеть. Свитер можно или черный, или белый, значит, белые кроссовки должны быть. Сейчас давайте будем пробовать менять то одно с другим сочетать, и вы посмотрите. Итак, поехали. По ходу дела я подумала, что обувь могу я использовать кроссовки. Это тоже Tommy Hilfiger, только они отсвечивают. На самом деле это не есть такой цвет блестящий. Как бы вам это показать? Но они серебристые, вы видите, да? А этот белый цвет, он будет белый. Это просто цвет. Сейчас, минутку, подождите. О, вот это так будет правильно. Видите? У меня есть сапожки замшевые. Это тоже Tommy Hilfiger. Вот это ихняя такая эмблемка. Почему бы нет? Давайте попробуем. Вместе с брючками спортивными. Это если будет черный свитер. По поводу сумок у нас будет черная. Вот такая балахонистая, большая, как я называю, кошелки такие. Такая, это кожа черная. И будет такая светлая. Это будет, если белый свитер, белые кроссовки, а черная сумка, если черный свитер и черные сапожки. Вот так вот. Видите, такие балахонистая такая. Ну, классная, она классная. Я ее часто ношу. Вариант номер один – это черно-красный. Жилетка, черная кофта. Вот такая красота. Черная сумка. И штанишки с сапожками. Как вам такое? Мне очень нравится. Супер. Отлично. Вот вам повседневный наряд дня. Совершенно просто, но с какой-то такой изюминкой. Ну не классно же, а? Можно это перевернуть. А давайте-ка посмотрим. Давайте посмотрим. Давайте я переверну, и мы посмотрим, как это будет выглядеть. Но мне все-таки больше нравится с красным. Это будет вот так. Ну что? Ну вы знаете, и так неплохо. Неплохо, неплохо, и так неплохо. Но с красным лучше, правда?
Итак, наряд номер два. Красная шапочка, очки солнцезащитные. Смотрите, они очень хорошо подходят и по цвету. Серьги, белый агат. И белая кофта, жилетка. Сумка светлая, опять же белая, да? Ну и кроссовки светлые. Давайте опустим камеру вниз. И вот таким образом я выгляжу. Мне кажется, тоже есть изюминка, да? Нашли вы изюминку или нет? А ну-ка давайте посмотрим, где эта изюминка. Ну, все-таки больше, конечно, красная, мне кажется. Понятное дело, ясный красный. В сегодняшнем нашем наряде красная. И смотрите, как эта шапка хорошо. Кажется, мы нашли изюминку. Красная шапка. Такие шапки, кепки, кстати, наверное, в этом сезоне. Или как, в этом году. Наверное, это будет в следующем году тоже. Очень-очень модные. Разные. Поэтому, видите, вот такая вот вязаная шапочка красненькая. Очень хорошо сочетается в сегодняшнем нашем наряде дня. Называется с изюминкой. Нравится. Да, кстати, погода-то у нас холодная. Естественно, я так не пойду. Что я буду одевать? Куртку обычную. Темненькую. Обычную темненькую куртку буду одевать вот наверх. Это если черный наряд дня у нас имеется в виду. Ой, сумку надо было. Ну ладно, это я просто вам показываю, как я буду идти на улицу. Нет, все-таки сумку надо снять. Подождите. Неправильно. Давайте я все-таки покажу вам, как это будет правильно выглядеть. Если черный свитер, то куртка будет черная. Если свитер будет белый, куртка будет светлая. Вот так. Но мы так не ходим. Мы всегда ходим так. А то бывает и даже так. Почему? Потому что на улице мы гуляем, если только я с Рози, это отдельные случаи. А это обычно, если мы выезжаем куда-то, там магазин, какие-то дела свои поделать, на машине заходишь в помещение, а там всегда тепло. Иногда бывает, мы даже вот куртку и снимаем. Поэтому она или так расстегнута, понимаете, или мы ее снимаем. Но если будет светлый наряд, то куртку я одеваю светлую. У меня есть такая и такая. Да, кстати, еще есть красная. Но мне кажется, слишком много будет красного, чересчур. Хотя она не такая теплая. А погода у нас холодная, поэтому так что быстрее всего она будет в другое время. Или так. Вот вам и весь наряд дня очень даже довольно-таки хорош. Видите, здесь надо чуть поднять. Где что запуталось? Она здесь надо было застегнуть. Ну, вы поняли меня. Вот таким образом. Опаля! Вот я и готова.